Халявка подъехала. И... Я хорош! Я хорош! Ах, как я хорош! Да! Да! Наконец-то! Хорошо, вот я знал, я не крафтил его, я знал. Я это все, конечно, без камеры говорю, да без разницы. Да! Как хорошо! Просто прекрасно! Я прям вообще очень доволен. Наконец-то, блин. Мне как раз... У меня его не было, ребята. Это единственное... Ну, не единственное, конечно, но это одно из того, что меня останавливало не играть за паладина. Да, да. Мурлопала сделаешь теперь? Может быть. Так. Давай сразу же паки вскроем, да? Сколько у нас? 680 голды? Давай мы докупим, наверное. Давай, наверное, богов докупим. Мне еще Рагнарёк нужен, да? На паладина. Питак еще докупим. Я, наверное, не буду отдельно это вырезать. Или что? Или буду? Ладно, давай буду отдельно вырезать еще. Давайте вырежем отдельно со стримом. Вскрытие 15 пака. Для тех, кто не смотрел это в стриме, ребята, я только что получил Тириона. Я вообще молодец. А теперь еще 15 паков. Ну что? Сейчас, ребят, вскрываем паки и продолжаем играть с вами. Давай сейчас прям обычки, наверное. Ну, в смысле, классики. Честно говоря, мне уже без разницы, что в них будет. Мне вообще пофигу. Я достал, что хотел. Давай еще Джараксуса достанем. Джараксуса или Ван Клиффа. Мне их тоже нету, как раз не хватает. Шесть тысяч пыли не крафтил его? А зачем? Вот я скрафтил бы его, он сейчас выпал бы. Зачем? Я просто знал. Так. Кстати, недавно миротворца Алдоров крафтил, если что. Давай, отсюда без легендарок, а вот оттуда Рагнароса, пожалуйста, светлого. Тогда пусть это будет Джараксус. Ну, почти. Почти Джараксус, очень близко. Ладно. Не все, халява, согласен. В свое время крафтил один такой. Ладно. Давай, отсюда больше без легендарок, а вот отсюда Рагнароса. И вообще все будет хорошо. Давай. Отсюда можно Рагнароса. Можно двух, я не против. Ну, довольно буду, в принципе, и одним. Чьи паки? Мои. Скромненько. Ну, мне, в принципе, без разницы. Я с этих паков получил, что... Я купился за 300 рублей Тириона, ребята. Все нормально. Стоп, пыли получили еще. Неплохо. Да, давайте... Ладно, понятно. Такое себе. Давай сейчас, ребят, покажу еще раз. Для тех, кто не видел, ребята, вышел новый... Новый герой. Новый скин на героя. Именно Тиранда Шелест Ветра. Это будет скин на Приста. Наконец-то!
Но пока еще не сказано, как ее получить. Вы получаете ее за участие в акции? Какой-то акции. Какой, пока неизвестно. Вот. Ладно, на этом я заканчиваю видео. Кто смотрит это в записи, ребята, ставим пальцы кверху, подписываемся на канал. Все. Так. Запись остановил, ребята. Ну, это даже без Хоггера столько пыли у нас, да? Неплохо. Плюс давайте еще сразу туда золотые, чтобы нам не нужные. Что можем распылить там? Что падало там? Счастливо. Эй. Так, что еще лишнее? Так, это у меня единственное в колоде, по-моему. Это крафтить нельзя. В смысле, пылить нельзя. Все, вроде все.